Всем привет, друзья! Это озвучка оригинальной веб-манги аниме One Punch Man, в которой герой S-класса Тацумаки пойдет против своей младшей сестры Фубуки и обычного героя Сайтамы. Друзья, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Как только на этом видео наберется 200 лайков, следующая часть выйдет завтра. Всем спасибо за поддержку. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. А, ты еще здесь? Ну, конечно. И, пожалуйста, не оставляйте меня так за порогом. Ну же, впустите меня. Я буду вам полезен, босс. Похоже, мне придется обрести Конуру. О, точно. Раз уж у нас все равно будет дуэль, как насчет такого условия? Проигравший берет их под опеку. А? Собака И? Что это за хрень? А, серьезно? Какую-то животину подобрал? Не-а, он сам за мной пошел. Разве это не монстр какой-нибудь? Думаешь, безопасно содержать его здесь? Мне что, придется притворяться зверем? Ладно, я согласен. Раз уж условия заставят тебя приняться за это всерьез, проигравший будет заботиться о питомцах. Звучит весело. Найдем просторное место. Парковка подойдет. Сейчас ты почувствуешь боль каждой клеточкой своего тела. Потом, чтоб никаких жалоб, ясно? Тебе это тоже относится. Когда мы закончим, чтоб ты не просился мне в ученики, хорошо? Уверенность – хорошая черта героя. В конце концов, сомнения ни к чему не приведу. Я впервые увижу, как дерется Форте. Наследование ритму трудно назвать чем-то новым. Первоклассные мастера боевых искусств издавна занимаются подобным. Это уникальный боевой стиль, испытавший проверку времени. Он пожалеет о том, что сравнивает бой вместе с ритмом какими-нибудь цирковыми трюками. А? Начнем! А? Мы ж только начать собирались, а теперь ты испугался, что ли? Машина, говорю, сзади! Вот черт! Он там как? Жив? Это не моя вина, я ведь даже посигналил! Он вырубился. Это ведь Форте из А-класса, да? Блин, у нас могут быть проблемы. Притом серьезные. Что у вас тут за съезд? Мы. Теперь вы знаете, что опасно слушать музыку во время драки. Хотя я чувствую себя немного виноватым в произошедшем. Это ваша машина его переехала. Лучше бы тебе потом извиниться перед ним, Фубуки. Сайтама, что ты здесь делаешь? Ты что, живешь здесь? Ну, мой дом же был уничтожен. Это отличная возможность. Следуй за мной. Я даю тебе право сопроводить нас, как особому члену А-класса группировки Фубуки. С каких это пор я часть твоей группировки? Ты все такая же настойчивая. Я дам тебе встретиться с главарем той шайки, что уничтожила твой дом. А? Они здесь? Этот парень поднялся до А-класса. Почему? Почему всегда он? Что в нем такого особенного? Босс, а как же мы? А? Ну, как и договаривались. А какой еще договор? Ну, я отвечаю за то, что впустил их, так что давай договоримся. Секундочку, а с чего это мы вообще должны? Я тут немного занят, так что удачи. Спасибо за помощь. А ну стоять! Сначала Кинг, потом группировка Фубуки Б-класса. Может, это мы не в теме, раз не знаем его. Так с кем мы будем встречаться, а? Увидишь, когда доберемся. Может, тебя заинтересует то, о чем мы сейчас услышим. Я пришла увидеть кое-кого. Ее номер. Она на 13-м подземном этаже. 37 человек не влезут в лифт. Тогда я и Горный Волк поедем с вами. Спустимся только мы с Сайтамой. А что? Тогда зачем мы здесь?
вы все будете стоять на страже и убедитесь, что никто не помешает. Пока мы не вернемся, не позволяйте никому использовать этот лифт. Да точно! Не пропустим даже крысу! Я рассчитываю на вас. Ага. Ты говоришь так, будто ожидаешь чего-то прихода. Ты прав. Есть кое-кто, кого я жду. И те члены группировки Фубуки, что выше, не смогут ее остановить. Она с легкостью пройдет через них. Максимум, что они могут сделать, это выиграть нам немного времени. Мне повезло, что я встретила тебя. Теперь появился крохотный шанс на нашу победу. Я высоко оцениваю твою силу, потому что я тоже сражалась с Гаро. И я знаю, эта тварь была тем, что достигла вершины. И так как ты расправился с ним, это значит, что ты тоже достиг ее. Я отказалась от ее достижения, но я знаю, мы на месте. Перед нами мой старый друг. Если честно, я и не предполагала, что ты выжила. Ведь тебя не слабо так потрепали. Псайкос, ты пришла убить меня. Я пришла спросить, для чего ты основала ассоциацию монстров? И почему ты уничтожила мой дом? У тебя ведь был какой-то план, не так ли? Президент Фубуки. Ассоциация монстров. Способность видеть будущее. Третий глаз. Ты внезапно переменилась, когда изучала эту способность. Настало время. Поделишься ли ты со мной тем, что увидела благодаря этой способности? Я ничего не вижу. Я ничего не знаю. Я не помню. Я не могу вспомнить. Она просто до усрачки напугана. Пожалуйста, у нас мало времени. Этим утром ассоциация добавила тебя в список заключенных в штабе. Любой профессиональный герой может получить доступ к этой информации. Когда она поймет, что ты все еще жива, она безо всякого сомнения придет добить тебя. Honey Manga Voice.